Вот я решил, что раз в 3 минуты я вчера пропустил. Вчера, ну, немножко был в таком настроении. Я вспомнил этот форум Иудея.ру, где когда упал египетский самолет. В общем, все неплохие очень воспоминания. У меня, ну, не мог дать вам любви, а трехминутка любви от Ивана Нави. Сейчас я еду по горной Иудее. У нас такой ливень, что ехать приходится потихонечку. Вот. Я сейчас так чуть-чуть переключу, покажу немножечко, может быть, получится. Нет, не буду, ладно, за рулем. Не надо рисковать. Туман. Вот. И у меня прекрасное сегодня настроение. Я вечером встречаюсь со своими единомышленниками. Мы очень редко встречаемся так. В интернете там все время. Вот. А так мы редко встречаемся. Вот. И я еду потихоньку под ой, я совсем стал. Вот, у меня на фоне у меня играет Михаил Казинник. Миша, привет. Вот, и, ну, по делам ничего не сделаешь, надо делать. И вот эта встреча сегодня вечером, она мне с самого утра создала такое ощущение такого... Я чуть потише. Вот. Ощущение такого счастья, потому что дождь у нас – это счастье. При всех потопах, жалко, конечно, люди погибли. Уже 4 людей погибло от этих дождей. Но, ну что делать? Я знаю одно, что в Израиле все такие случаи гибели людей или что-то каких-то сразу принимаются меры. Я знаю, что есть такое. Пусть не сразу. Да, я знаю, что все скептики скажут, что не сразу принимается или вообще не принимается. Но я немножечко работаю в безопасности, немножечко знаю, как все происходит. После того, как произошел какой-то эксидент, вот, создается специальная такая, это люди сидят и разбираются, что можно предпринять, чтобы второй раз этого не получилось. И поэтому, то есть по принципу, что, как Пушкин сказал, и опыт сын ошибок трудных, да, то есть только в том случае, если ты 2 раза на грабли не наступаешь, разбираешься, что сделал, что не так, что можно исправить, чтобы в следующий раз такого не было. Вот. Да, еще хотел добавить про самолет. Удачи всем, потому что на этом самолете все были богаты и здоровы.